Концерт, я совершил главную ошибку, которая с годами свойственна многим становится. Я засомневался и дождался, когда все билеты раскупили, но, на мое счастье, существуют спекулянты, которые втридорого продают билеты у входа. А переплата – это как урок, чтобы в будущем я больше никогда не сомневался. А если захотел, то действовал бы, не раздумывая. И вот 7 августа, в день рождения Михаила Горшенева, в клубе 19:30 концерт «Князя» с лучшими хитами группы «Король и Шут». Что такое «Король и Шут» вообще? Это не просто некогда популярная группа, о нет. Это настоящее культурное явление. Явление, о котором знали все. Любили, ненавидели, презирали, но знали. И знали, что толпы молодежи вокруг себя это явление собирает. В прямом смысле. Я помню, как в Ставрополе приезжал Король и Шут и выступал в цирке. А вокруг цирка, казалось, собирается весь город. Нет, на сам концерт шли не все. А вот вылавливать панков толпой в углах и... В общем, это дело святое было. Для тех же скинов, например. Песни типа «Ели мясо мужики» слышали с диким криком, только цирк на горизонте появлялся. А внутри... Ох... Помню, как я выплясывал, размахивая веселым Роджером. Да так, чтоб горшок это видел. Всепоглощающая энергетика разбойничьего панка буквально опьяняла юнца. И этот юнец орал, что есть мочи, каждую строку песни, что знал он наизусть. И каждая минута этого события впивалась в сознание, как нечто великое, главное, сокровенное. Но все когда-то заканчивается. Возвращался юнец после концерта домой. Долго еще вспоминал тяжелые аккорды. А потом юнец вырос, а горшок умер. Я помню тот день. Первым делом маме позвонил. Смерть горшка, что я, что мама, восприняли как личную трагедию. Пусть не самую главную, но личную. Умер не просто музыкант. Ушла эпоха. И вот 7 августа 2022 года я на концерте, где на сцене Андрей Князев поет главные хиты моей юности. И тут я понимаю, что Король и Шут – это не князь, не музыканты и даже не горшок. Король и Шут – это я. Это каждый, кто стоял рядом в тот вечер на концерте. Или включает в машине, вспоминая, как лет 20 тому назад этот мужик или дама были юными, любили, мечтали, а главное, не парились о будущем. Все же было просто, все было прекрасно. Моя первая школьная любовь, как мы с ней познакомились, она в школе в балахоне Король и Шут ходила, и я влюбился. И смотрю я сейчас в зеркало и вижу мужика 30+. А так хочется скинуть лет 15 и просто помечтать, не думая о завтрашнем дне. Просто собраться с друзьями, толпой, человек 15 в одной комнате, и включить «Король и Шут».